Привет всем. Всем привет. Михаил Шевцов, привет. Спасибо за то, что написал мне, что я отлично выгляжу. Просто замечательно. Мисс Скромность 2022. Я все время забываю, какой год. Меня как-то ученица попросила написать 2022 год на пятой точке. На красивой, замечательной пятой точке. Я, блин, написала 21. Ну, всегда я меньше даю. Себя не похвалишь, никто не похвалит, пишет Михаил Шевцов. Ну, я с тобой не соглашусь, вы меня прям все завалили комплиментами, что я прям... что я прям каждый раз... вот, надо закрыть звонки в Инстаграме, потому что мне надоели... Тут постоянно мне звонит, надоели, честно. Вот. В прямом эфире я общаюсь со всеми одинаково, всех читаю, вот, в том числе Тигр Амурик написал, что... Сейчас пролистаю. Тигр Амурик написал, что вечернее заседание дрочил объявлено открытым. Всех с этим поздравляю, и себя тоже. Господи. Тупой. Ему звонит мне какой-то тупой урод, как же он мне надоел. Постоянно мне звонит, надо его в черный список нести. Господи, если я один раз скинула, значит, я не хочу разговаривать, понимаете, нет? Господи. Господи, дай мне терпение. Если ваше сообщение, ну, то есть, там, не читают, или там, я не знаю, игнорят звонки, ну, можно понять, что человек либо занят, либо еще что-то делает интересное на моей горячей страничке. Может быть, он там развлекается. Ай, друзья мои, привет всем, привет всем, всем. Всем на заседании, на главном заседании вечернем. Да, Михаил Шевцов прервалось, потому что один очень такой ярый поклонник мне постоянно звонит, вот. И надо все в черный список внести, но никак это... Руки не доходят, я все скидываю. Просто не могу запомнить, кого внести надо в черный список. Скоро буду составлять. Пить захотела, вот что я хочу. Хочу пить. Кстати, а как сейчас связь? Как связь сейчас, говорите, рассказывайте мне. Как связь? Как видимость? Как связь? Как интернет? Как вы? Хейтеры подвалили. А все такие сразу активные стали, поскольку я в эфир вышла. Такое ощущение, все сидят и ждут, чтобы мне начать что-то где-то писать, чтобы меня сеть не ловила. Мне написал Слава Ястребков, написал, что «Привет, толстые». Что я могу сказать? «Привет, Слава Ястребков», если я правильно поставила ударение. «Оскорбляй меня, ты оскорбляешь себя». Интересно. Тигр Амурик, твои комментарии безупречны. Что пишет Тигр Амурик? Тигр Амурик пишет: звонил самый свирепый дрочер. А дрочил он написал. Вот. Простите, простите, не это. А я выложила сейчас новый пост в Инстаграме. В этом. В Инстаграме новый пост выложила и в
этом, как он называется? Ну, и ВКонтакте, естественно, господи. Положила новый пост. Слава Петухов, пишет Тигроморик. Ну, кто как не ты, Тигр, за меня заступится вообще. Кто как не ты. Точно. Слушай, а я что-то не подумала, что так можно человека садить. Не ястребков, а петухов. Вот, точно, блин. Так. Ух, устала я. А, вот, выложила новый пост. В связи с чем? В связи с тем, что ровно год, как у меня мой OnlyFans. Вот. Я стараюсь его вести чуть ли не каждый день. Выкладываю там фото, видео, выходить в прямые эфиры. Кстати, возможно, сейчас я после этого эфира зайду в эфир OnlyFans, чтобы вас там порадовать. Тигра Мурик продолжает меня защищать и пишет, что это был его последний все укорёк. Ну, последний раз, короче, это скукарёк, вот, скукарёк был последний. Ой, я даже вообще, мне кажется, уже давно не считаю нужным отвечать на оскорбления, но как бы из-за того, что у нас здесь прямой эфир и хочется веселье, вот, я как бы ради вот создания разнообразия и разбавления ваших комплиментов и позитива такими вот сообщениями, ну, то есть разнообразие в жизни никогда не помешает, вот, что я хочу сказать. Вот, ровно год я веду свою страничку и хочу сказать вам, что я вас там жду. Там скидка у меня 50% и 40%. Вот. Точнее, вы можете посмотреть на странице. И ссылка на мой онлик прикреплена в статусе ВКонтакте. Вот, можете заходить и радоваться жизни по полной программе вместе со мной. Тигр пишет, что крепко меня обнимает. Вот у вас тигры когда-нибудь обнимали? А, кстати, еще о наболевшем. Я вчера сходила к стоматологу снова, вернее, к ортодонту. И мне теперь поставили к дополнению к брекетам резинки. Хочу вам сказать... Жесть, несусветная, короче. Эти резинки. Вот, я их показала. Это, конечно, ужас просто. Я не знаю, как с ними жить. Это просто какой-то кошмар.